В Чехов-центре состоялась премьера спектакля «Эшелон» по одноименному произведению драматурга Михаила Рощина. Для сахалинской сцены пьесу поставил питерский режиссер Евгений Зимин, уже знакомый театралам по постановке «Теркин». Дебютный показ провели в памятную дату начала Великой Отечественной войны. Я-то чего, что убивала? В самом деле, а? Ну не одна же! На сцене события 1941 года, но рассказ не о сражениях, а о тех, кто остался в тылу. Это простые женщины, мать или жены, оказавшиеся в эвакуационном эшелоне, незнакомые друг с другом ранее. Они вынуждены приспособиться к новой реальности и проявить мужество ради тех, кого ждут с войны. То, что происходит в тексте Рощина, это не события 41 года, это не события 23 года. Это события, которые происходят всегда. И поэтому вот это вот библейское начало и тексты из Библии, которые звучат в нашей пьесе, это вот то самое подтверждение неизменности или, скажем так, постоянности происходящего. Над эшелоном в Чехов-центре работала та же команда, подарившая сахалинскому зрителю спектакль «Теркин». Это главный балетмейстер театра Маргарита Красных и художник по костюмам и декорациям Кирилл Пескунов. Композитором выступил Василий Танковидов, автор музыки к спектаклям и кино. Мы, конечно, протянули небольшую такую ниточку от спектакля, уже ушедшего из репертуара. Это от Василия Теркина. И поэтому много из того, что было использовано, включая костюмы военные, те, которые остались у нас, они используются и в этом спектакле. Ну и, конечно, что-то шилось, добавлялось. Команда создателей рассказывает, пьесу выбрали не случайно. По мнению режиссера, она созвучна и сегодняшнему дню. А постановка – это средство начать открытый диалог. Потому что, наверное, сейчас в контексте событий в мире, в нашей стране, немножечко, я знаю, что есть такое ощущение, немножечко хочется отодвинуть от себя тему войны, тему смерти. Мы, наоборот, говорим о том, что и нам кажется, что это нужно проговаривать обязательно друг с другом всеми возможными способами, в том числе через вот искусство, через театр. Спектакль «Эшелон» войдет в постоянный репертуар Островного драмтеатра. Следующий показ состоится в ноябре. Аделина Леонова, Александр Тютюнников, Илья Назаров, Солнце ТВ.